Всем привет! Я собираюсь сделать себе салатик. Большой, сочный, разноцветный салат. Намылся салатик. Его в салатницу. Салатику место в салатнице. Так, беру авокадик. Надеюсь, что он спелый и вкусный. И момент истины. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ура! Чуть-чуть, может быть, еще не дозрел, но пойдет. Делаем такой быстренький гуакамоле. Чили. Еще надо порезать перчик. Болгарский перец очень богат витамином С. Даже больше, чем лимон. Так что не игнорируйте его. У меня есть такая типа квашеная капуста, но окрашенная в свекле. Тоже сюда идет. Она такая кисленькая. Дальше вы должны догадаться, что идет следующим. Тахини. Добавила сюда соль еще. И перемешиваем. И получается внушительного размера салатик. И еще бальзамика. И все. Попробуем. О, у меня еще кое-что есть. Забыла же. Spicy tomato. Сухие томаты. Сухие томаты. Вот такие томатные чипсины. Все. И побежала доедать. Побежала доедать? Нет. Я буду доедать свой салат и выжить с вами на ужин. Into the wild.
Привет, ребята! Ой, это было так громко. Итак, позвольте мне объяснить, что это было только что. Мы с Любой ходили на такой мини-концерт группы Чарли. Чарли — это любимый парень, у Чарли есть группа музыкальная, и она называется Виктория. Если вам интересно послушать их песни, я оставлю их ссылки внизу. Вот, и они выступали. Такое небольшое выступление называется гиг в Англии, так это называется. То есть буквально это как в пабах. Собирается, ну, не очень много людей, там, не знаю, может, 50-100 людей собирается. Обычно вот начинающие группы, они вот так вот и выступают, потихоньку-потихоньку набирают себе зрителей. И вот это была их музыка, да, в принципе, все, что хотела вам сказать. Я так уже 10:30 ночи, и мне еще нужно смонтировать видео, которое вы уже увидите. Да. Предыдущее видео. В общем, неважно. Я с вами прощаюсь и увижусь с вами очень скоро. Пока!